лицее поселка Афипский продолжается строительство нового корпуса начальной школы на 400 мест. Ход работ проинспектировали заместители главы района Виталий Веденеев и Марина Наумейко. Здание для жителей разрастающегося населенного пункта – острая необходимость. Открытие его ждали еще в мае, но подвел предыдущий подрядчик. И, похоже, история повторяется. Стройка, конечно, движется, крыша накрыта, через пару недель завершат облицовочную кирпичную кладку, установку окон и инженерных сетей, ведутся электромонтажные работы. Но к концу этого года, вопреки заверениям нового подрядчика и условиям заключенного с ним контракта, красную ленточку, увы, уже не перережут. Еще не приступили к благоустройству территории и установке ограждений. Виталий Веденеев настоятельно рекомендовал представителям подрядной организации решить имеющиеся вопросы с нехваткой рабочих рук и ускорить темпы строительных работ. Изыскивать резервы, потому что у нас срок в конец года, его никто не отменит. В любом случае сложившаяся ситуация станет предметом разбирательств и повышенного внимания со стороны районных властей.